Турецкий сериал «Ветреный», 11 серия. Анонс и дата выхода. В новой серии мы увидим, как Миран похищает Риян, вопреки ее желанию, прямо перед самым началом торжества. Это событие наносит в первую очередь сильный удар по чести Азата, который собирался на ней жениться. Кража Риян еще больше накалит давно пошатнувшиеся отношения между двумя семействами. Азат в гневе. Он одержим тем, что никто не имеет права отнять у него Риян. Он под дулом пистолета забирает Генуль и увозит в особняк. В ответ султан вцепится в горло матери Азата с требованием немедленно привести ее дочь. Феррат попробует объяснить Хазару, что вмешательство в это дело еще больше может отяготить положение дел. В особняк Шадуглу придет Азизе, беспокоясь о своей внучке. Она начнет угрожать Насуху. Хазар ответит ей, что пока не вернется Риян, то Генюль Азизе может забыть. Риян попросит Мирана, чтобы тот отпустил ее. Миран ей скажет, что он устроил эту кражу не для того, чтобы ее отпускать. Еще Миран скажет Риян, что он готов ко всему, что случится дальше, только для того, чтобы заставить ее поверить в Мирана. Премьера 11 серии сериала «Ветреного» состоится 24 мая 2019 года. В русской озвучке сериал будет доступен 25 мая 2019 года. Ставим лайки, подписываемся на канал. Приятного просмотра!